Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет открытие интересных сундучков. Мы посмотрим, сколько реально надо сундуков лабиринта, вообще сколько нужно мучиться, чтобы собрать заклинательницу за осколки. Ну, плюс-минус, конечно, это рандом. Я собрал 1002 сундука. Кто смотрел китайку, на китайке открывал, там у меня было где-то 200 с лишним. И честно говоря, там оттуда, по-моему, 40 осколков выпало. То есть где-то в районе 1000 сундуков, по идее, нам надо будет для того, чтобы собрать заклинательницу. Ну и посмотрим, какие плюшки еще упадут. Так, что тут интересного? Ну, руны, в принципе, кгашки посмотрим. И карты на волны. Так, тут все нормально. Так, по КГшкам 993 пакета у нас, а по волнам сейчас посмотрим. 32. Ну что, поехали, будем открывать, смотреть. Долго я, конечно, их копил. Так, еще секундочку, я сейчас гляну, сколько у меня там осколков заклинательницы, чтобы мы не считали. Куча всего. Так, вот сюда заходим, смотрим. Ну, почти 1200. Окей, поехали. За каждый, получается, этаж у нас дают 3 сундучка за каждого убитого гоблина. Так, вот они. Поехали. Значки почета. Вот первых 3 осколочка. Как видите, руны здесь очень хорошо падают. И причем, ну, это с 10, конечно, штук, но я думаю, мы нормально рун подкопим. В основном где-то 4 штуки, 3-4 падают мешки либо сундучки с рунами. Так, еще 3. Интересно, 1000 это что у нас получается? Это 300 этажей где-то надо пройти. Больше даже. И везде убить всех. Так, еще 3. Ну, неплохо пока сыпет. 3. С каждых 10 3. Со 100 получается 30. С 1000 должно 300 где-то получиться. Ну, в среднем, думаю, где-то за 1000 мы должны собрать. Это опять же как повезет. Вот карта на волны. Так, сундучки. Еще. В принципе, синие кристаллы здесь, по идее, тоже выгодно фармить для меня. Есть смысл боссов этих гоблинов проходить. Так. Еще 3. Вот что-то на волны я не вижу. Пропуска не очень падают. Фиолетовые сундуки. Рун. Так, вот было еще 4 пропуска. Вот они пошли пропуска. У нас было 32, в принципе, мы в конце посмотрим. Так, 3 осколка. 2. И что, у нас уже забит инвентарь чем-то? Интересно даже чем. Сейчас посмотрим. Странно, почему не дает. Наверное, у меня уже перелимит опять. Одна из проблем — перелимит пакетов. Возможно, из-за этого. Давайте еще продадим. Остальное вроде все еще не подходит. Да, из-за этих пакетов. Хотя очень странно. Так. КГшек у нас было 993, если я не ошибаюсь. Посмотрим тоже, сколько КГшек мы достанем с 1000 сундуков.
Да, но вот руны, я думаю, тоже отлично собирать. На китайке надо будет тоже фармить по максимуму гоблинов. Смотрю, тут нормально можно рун поднять с этой локации. Даже получше, чем с кибашки. Плюс не надо будет на дополнительные ходы, только единственное, надо просчитывать ходы и паки сливать правильно. Так. Ну, карты вроде тоже дают неплохо. Единственное, сделали бы уже открытие по 100, если они уже увеличили нам стаки, то сделайте, блин, открыть там 50 либо 100. Лучше всего было бы на выбор даже. Вот себе нажал на центральную, там 20, 50, и ты выбираешь, какую ты хочешь, как ты хочешь открывать их. А то в некоторых акциях либо открытиях это очень неудобно. Так, еще три штучки. Сыпет, сыпет. Смотрю, фиолетовые эти мешочки тоже дают отлично. Сейчас мы натащим. Посмотрим, что у нас получилось. Ну, думаю, дроп будет очень интересный. Основная цель здесь, конечно, собрать заклинательницу. У нас было 1195 осколков. Сейчас не знаю уже, сколько мы набили. Но в конце посмотрим. Это получается, если так, где-то 330 этажей. В среднем взять даже по 30, пусть проходить. Это 10 раз надо будет сбегать. По 30 этажей, чтобы... Даже может больше чуть-чуть. Ну, в среднем где-то так. Чтобы 1000 накопить. Так, фиолетовая. Опять. Опять та же самая проблема. Вот эта проблема очень остро стоит. Я смотрел там под видео, кто играет в конкурсе, принимает участие на этот, на пак. Это первый приз, который будет. Также есть конкурс на Некроса, на Вольта и на прочее. И будут еще интересные конкурсы. Писали там про значки почета. Ребята, я знаю, сколько значит, что можно делать со значками почета. Но в сутки есть лимит 3700. И ты никуда не денешься. То есть там 3700 или 3800. И тебе все равно некуда будет девать эти ЗП. Единственный вариант — это еще там прокачка и героя, и слив его, это еще да. Но опять же, у меня нет мест. Так, у нас уже треть. Сейчас будем смотреть скоро награды. Если опять не забьется. А думаю, забьется очень быстро, потому что практически с каждого этого дают осколки. Но осколки, кстати, по 3 штучки, смотрю, пихают с 10 сундуков. Я так не засматривался, может и больше есть сейчас. Сейчас попробуем вытащить. А, вот 6. То есть падает, падает. 8 фиолетовых мешочков. Отлично просто. Просто отлично. Я сразу все эти мешки превращаю мысленно в синие кристаллы. Так. Думаю, нам придется все-таки опять сливать. Ну, сейчас посмотрим. Хорошо, что тут все идет сразу в рюкзак. Так. 77 у нас осталось, да? Ладно, сейчас мы что-то придумаем. Сделаем ускорение. Улучшить. И сейчас продадим. Так, войти. Добиваем последние.
Ну, карты так неплохо падают на угловую, не говорю на угловую, на волны, еще плюс один. Окей, ну все, так, смотрим наши расходнички, что мы получили вообще. Так, тут, ну, значки почета получили, мы где-то с 1000 получается, где-то 90 сундуков, получается где-то 18, 19 тысяч кгшек, я считаю, это неплохо, даже очень хорошо. Так, дальше. Дальше. Карт неплохо нападало. Смотрите, 74 карты. Я считаю, это тоже отлично. На волны карты. Там можно и кгшки, и опыт по фарме. 74. Почему бы и нет? Так, использовать. Окей. 690 синих и 1 310 000. Тоже отлично. Так. Так. Что там у нас еще падало такое интересное? Так, руны. 290 обычных. 256 на 2 миллиона. Вообще супер. И 190 мешков. Нифига себе. Смотрите, сколько синих кристаллов я сразу поднял. И тут у меня было где-то 160. Еще 100 таких. Получили 50. Еще 400 тысяч. И 25 топовых. Давайте их откроем, сразу посмотрим, какой тут дроп. Ой, отлично просто, смотрите, как насыпало. Оживы, ремки. Просто супер. Четвертый слот, причем вторые руны. Офигеть, вообще супер. Вот это, конечно, круто. Так, ну все вроде как бы. Все остальное уже. Ну идем основное смотреть. Самое основное, что у нас здесь есть. Это собрали ли мы героя? Так. 1345. Было 1195. Что мы имеем в итоге? Мы собрали 150 осколков. Всего лишь 150, ребят. То есть для того, чтобы собрать, где-то надо, ну, в среднем около 1300 сундуков. Это надо, ну, так, если взять, месяца два, наверное, задротить. В зависимости еще от вашей силы, как вы их будете убивать, ну, блин. Ну, ради того, какие здесь плюхи, реально, смотрите, я сразу поднял синих кристаллов, сколько у меня там было, наверное, 1 000 000. 8 лямов синих кристаллов поднял, уже плюс. КГшки там 20к тоже плюс, руны там, ну, вариантов очень много всего, как бы это дополнительный, как бы, бонус. Вы можете играть, можете не играть, и там можно бегать. Надо просто хороших некоторых героев иметь и не особо большую силу, и будете тащить все 50 этажей. Если будете проходить по 50 этажей, вы будете за раз там иметь 150. 150 где-то так. Ну, если кто сможет осилить, конечно, всех гоблинов, но это тоже немножко сложновато на дальнейших левелах, но, в принципе, вполне реально. То вы можете там, ну, пусть будет 100 забирать за 10 заходов, за 10 раз. Они там во сколько у нас, через 2 дня практически, раз в неделю 10, ну, 2 месяца где-то на это уйдет. Вы можете собрать, тем более, если у вас бездонатный аккаунт и нужна она, ну, как бы вроде и заменяет заклинательница Анубиса, но не совсем. Вот, поэтому все в ваших руках. Не знаю, пишите комменты, как вам такой контент, как вам такие открытия. Если нравится, будем дальше открывать. Открывать у нас дохренище всего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно участвуйте в акциях на самоцветы, на героев и прочую хрень. Все, всем по недостающему герою, всем пока.